Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы совершим поездку по болгарскому городку Царево. Нам понадобилось поехать в банк, чтобы обменять валюту евро на болгарские левы. И вот поэтому мы поехали на машине. Банк работает до 19 часов. Едем в Unicredit Bank, местное отделение. Там оно у них называется Unicredit Bulbank. Итак, выезжаем из района Василико, с улицы Нестенарко. Едем вдоль моря. Вот вы видите, мы поворачиваем на улицу Михаила Герзикова. Сейчас мы уже едем по улице Крайморска, и отделение банка находится на улице Крайморска. Вот мы здесь паркуемся и идем в банк. Обмен валюты занимает несколько минут. Далее едем по улице Крайморска. Вокруг мыса, на котором расположен городок. Вот поворачиваем на улицу Морска, морская значит. Здесь находится городской парк, памятник советским братьям, погибшим в 1941-1945 годах, панорамная терраса и городская градина. Далее поворачиваем на улицу Христа Ботева. Едем прямо.
Затем едем далее, выясняется, что заехали в тупик и приходится разворачиваться. Останавливаемся на площади у мэрии общины Царево. Далее наш маршрут в супермаркет Болеро. Едем по улице Гоце Делчева. Далее по безымянной улице поворачиваем направо и затем налево на улицу Любина-Каравелова. Доезжаем до улицы Милин-Камык, поворачиваем налево. Здесь находится супермаркет Болеро. Из супермаркета Болеро едем прямо по улице Милин-Камык. Далее поворачиваем налево на улицу Михаила Герджикова.
Затем поворачиваем на улицу Георгия Кондолова. И далее едем в Василиком. Слева море, выезжаем в район Василика, поворачиваем на улицу Адринско-Тракия. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!